Короче, чуваки, дело такое. Смотрю я тут, в общем, тут играет мой друг, с которым мы катки записываем. И тут я просто понимаю, что у него в тиме читер. Вы просто посмотрите, как палится этот олень. Это одна из серий будет. Типа патруля. Стандартная рубрика по ловле читеров. Но вот просто, это не ДМК, я сразу говорю. Это я вот сейчас в режиме лайва смотрю. Затем, как играл мой друг и наткнулся на читера. ВХ чисто, палится у него. Да, вот тут посмотрим. Не очень ему повезло, но... Даже первый армор не закупил. А, авапа. Ну все правильно, армор, первая авапа. Видимо сворачивал игру, чтобы читы подрубить. Смотрит он, насколько это мид, насколько помню, это мид. Я хотя карту Инферно плохо знаю. Так. И неудачное действие с его стороны. Остался он один в 4. Балкон не попадает с авапаем. Как можно было не попасть в упор? Здесь в дверь выходит, простреливает КТшник. И его сейчас сзади должны накрыть. Так, здесь видит и убивает. А, перерыв берут. Выходит, начинает с небольшого префайера. Выходит на Б. Через дым раздает КТшнику. И еще раз через дым. Ну просто гений, просто гений. Выходит, видит, что справа. Атакует, хорошо, снимает голову. Так, видит, что выходит из мида. Еще одна голова. Не знаю, ВХ тут точно есть. Не знаю, честно говоря, сложно сказать. Из калаша, в принципе, дать хэт не так уж как бы сложно. Так, что у нас тут? 21 раунд, наш читер закупает фул раскидку, второй армор и калаш. Уже КТшники стягиваются, он это видит через стену. И начинает префайра небольшого и получает. Так, нет, берет плетку. Плетку. Две флешки, ложную гранату и второй армор закупает. Видит, что в церкви чувак, еще один хэт дает. Так, видит, что один за этими забочками, видит его, секрет выходит и получает хедшот. Опа-на! Ха-ха! Как я вовремя включился на Джекска. Тоже довольно-таки подозрительный момент был у КТшника. Играет только, выкупает леса, хаешку и какого смог. Зачем-то берет леса, не понимаю, и армор. Бля, и калаш, ему дропнули калаш. Видит одного в миду. Ага, авапер стоит в миду. Так. Видит вновь. Не попадает. Но есть твайлайт. Неплохо раздал сейчас. Немного каленый он оказался. В здании находится. И... Очень хороший хэдшот вешает. Его сзади походу обходит уже. Продолжает чекать. И... Ух ты, еще один хэдшот вешает. Ну, знаете, в последних раундах все больше и больше мне... Начинает казаться, что у этого чувака есть аим. Видит где последний, идет к нему, тот бежит с ножом, к сожалению. Джекска, хотя посмотрите-ка, вот давайте посмотрим. Этот чувак тоже какой-то подозрительный довольно-таки. Продолжает он чекать то место, а наш читер уже обходит его с другой стороны. И тут же Джекска начинает туда же уже выцеливать снова. То есть... Подозрительно. Начнет ли он с префайера? Да, начинает с префайера. Прописывает хэт. Сейчас бы... А, жалко. Не смог через дым раздать. Очень даже неплохо так. Так, вновь видит. И вновь хэт. Вновь хэт. Тера уже... КТшники уже один стоит на машине. Видит тут хэт. Дает ему хэт. Ходит сразу, даже не чекает спину. Забирает церковь и почти получает хедшот. Пытается обойти через церковь. Дает очередной хед. И последний чувак бежит с А на всех. Получает еще один хедшот. Ну браво, чё. Выделяется. Так, один уходит на банан и тут же получает хедшот. Да. Ой, аим в последний палец. И получает наш товарищ хэдшот.
Один был на банане, ушел. Дает смоук. Один в церкви. Видит это, естественно, наш читер. И думал, мне кажется, прострелить сейчас дым, но что-то не решился. Так, выходит один на мид, получает свой хедшот. Другой выходит из открытия, получает второй хедшот. Выходит и тут же получает третий хедшот. Смотрит мид, пытается прострелить, получается. Опа-на. Опа-на. Один стоит на машине, дебил, просто прострел через дым. Гениально, просто гениально. Прострел через дым в голову, красавчик, чё. Уходит вновь в церковь, нет, выходит на коробке. Чекает, поднимается на коробке и получает. Опа-на. Красавчик, красавчик. На Б, дает минус. Ой, ё-моё, что не так? Здравствуй, триггер, походу, еще и. Да. И, в общем-то, вот так вот. Ладно, на этом все. Всем спасибо и всем пока.